кстати, Saab стоит. Это очень такая просто элитарная, конечно, шведская марка. Я уже рассказывал про то, что на советской в 90-е годы черный Saab, вот, по-моему, этой же модели, смотрелся. Это просто космос, друзья мои. Так что я про это рассказывал, как он приезжал. Это было, конечно, да. Во двор просто. Он никогда не стоял во дворе. Вот. И он только приезжал. Как мы на него смотрели. Я помню, мы с мальчугана там гуляли. Мы спросили у хозяйки, в смысле, у жены хозяина, что это за машина. А она сказала так по складам: Saab. И ушла такая в кожаных штанах в подъезд. Я тогда впервые. Мы знали какие-то там Хонды, да, Мерседес, эти марки мы знали. А Saab вообще мы не знали. Это такая была неведомая просто. Неведомая штуковина, ребятки.